можно ли ножницами по металлу для левого реза делать рез правый? Вот это ножницы для правого реза, это для левого. Я пришел к выводу, что эти ножницы нужны для левшей, эти для правшей. То есть необходимости покупать дополнительные ножницы, чтобы резать, делать правый рез, я не вижу. То есть я вот пришел, сделал себе такой лайфхак. Допустим, режем мы прямо, пошли налево, без проблем. А вот направо, ну вот сейчас не могу направо выйти. Я беру раз. Вставляю сюда и продолжаю резать направо. И я скажу, что даже удобнее получается, потому что, чтобы продолжить вот этими ножницами для правого реза, то есть мне нужно металл переместить вот так. И это не всегда удобно. Тогда мы можем резать также направо. Дальше пошли налево резать. И можно вырезать любую снежинку. То есть для моих целей и для моей работы, в принципе, достаточно больших и маленьких ножниц для левого реза. То есть и прямой, и правый, и левый, какой угодно. Эти как бы уже, получается, нужны только для левшей.